8 мая по поручению главы Республики Дагестана Сергея Меликова министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов совместно с заместителем главы Каспийска Казбеком Демировым пришли лично вручить поздравительное письмо ветеранам Великой Отечественной войны Нине Сахниной и Мусе Багаудинову в честь предстоящего праздника День Победы. Мы с миссией от главы республики, от Сергея Алимовича Меликова. Поздравительный адрес вот вручаем вам. Во время встречи ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов с горечью вспоминал то страшное военное время. Его первый день на фронте, первое ранение и слезы от гордости после объявления победы Красной армии над фашизмом. В завершение он обратился ко всем солдатам, которые сейчас отважно защищают Родину на территории специальной военной операции. Сейчас, которые воюют в настоящее время бойцы Российской Федерации. То, что мы сделали, больше этого победа они тоже сделали. Дай Бог им счастья и здоровья, что их победили. Вскоре представители госструктуры отправились поздравить ветерана Великой Отечественной войны, каспичанку Нину Сахнину. И также вручить ей подарки и поздравительное письмо от главы Дагестана Сергея Меликова. В свою очередь, министр по туризму и народным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов обратился к жителям республики и рассказал о важности проведения таких встреч. Это очень важно, не забывать тот подвиг, который они совершили, для того, чтобы сегодня те люди, кто защищает нашу страну в такое сложное время, могли брать пример, помнить всегда. Завершилась встреча совместными памятными фотографиями с ветеранами Великой Отечественной войны.